Сильнейший ветер посрывал крыши с домов сразу в нескольких регионах Казахстана. В Атырауской области без кровли остались 22 здания. В основном это школы, больницы и жилые дома. В трех пригородных поселках отключилось электричество, попадали опоры линии электропередачи. Четыре села остались без света и в Алматинской области. Похожая ситуация сложилась также в Карагандинской и Североказахстанской областях. Кроме того, из-за метели на трассах страны продолжают застревать автомобилисты. За последние сутки спасатели вытащили из заносов более 260 человек. 53 из них ждали помощи в неисправном автобусе Астана-Кызылорда на дороге из Алматы в Екатеринбург. Всех пассажиров доставили на станцию Сарышаган. Сегодня улучшения погоды ждать не стоит, говорят синоптики. Сильный ветер сохранится в некоторых районах до 30 метров в секунду.